Климат работает в режиме автомат. Кондиционер включился, рециркуляция включена. Начинаем увеличивать температуру. Обороты вентилятора падают. На 24 градусах слышен звук работы исполнительного механизма. Воздух стал как бы говоря не сильно он холодный, но может быть за счет того, что вентилятор на минимальных оборотах. Вот изменилось направление обдува, значит голова и ноги. Вращаем дальше. 29,5, отключился кондиционер, перешел обдув ноги. Вентилятор минимал. Воздух слегка теплый. Вот, в режиме максимальной производительности теплого воздуха пошел горячий воздух. И попрошу заметить, вентилятор не стал на максимальные обороты. Почему-то. В режиме авто. Хотя до этого остановился буквально 5-10-15 минут, когда я пробовал. Ну и, соответственно, обратная реакция. Уменьшаем температуру. Изменение направления потоков воздуха. Включился кондиционер. Воздух пошел слегка прохладный. Ну и далее. Пошел холодный. Ну вот, собственно, вот и все.